это все идет из дома. Мама с папой всегда помогали людям, другим, соседям, друзьям и так далее. Мама меня всегда учила, что если ты можешь помочь человеку, помоги ему. Не можешь, постарайся найти того, кто может ему помочь. Равнодушие – это самая плохая черта, которая может быть у тебя. 5 лет назад мне позвонила моя подруга и сказала, что есть соседка, мать-одиночка, которая еле-еле сводит концы с концами, ей очень тяжело кормить своих детей. Я поняла, что пройти мимо невозможно. И так это началось, мы начали помогать. Со временем это выросло в проект, который мы назвали «Пятница хороших дел», потому что мы занимаемся этим по пятницам.